Триумф силы воли. Эй, ты чего ревешь, а? Потому что я потолстела. Мне бы твои проблемы. А у меня через неделю конкурс красоты. Роза, это решается элементарно. Просто сядь на диету. Да я и так на диете. Оно и видно. Диета – это когда они едят. Я знаю, но ведь хочется. У меня силы воли нет вообще. Возьми себя в руки. Вам легко говорить. Сами бы попробовали ничего не есть. Давайте покажем Розе пример торжества силы воли над физиологией. Будем худеть коллективно. Точно. За компанию веселей. Ваде, любимой сестренке, я готова. И я. Я на диете. Ага, все понятно. Решила подкрепиться. Ничего подобного. А вот ты зачем сюда явился? Я... Еще один. Я как раз думал... Всем привет. Мой сериал еще не начался. Ребята, спасибо вам огромное. Есть совсем не хочется. И все благодаря вашему примеру. А? Кто-то идет! Гвоздь мне в кеды! Я должна быть достойной сестрой своих братьев и Лиски. Теперь они увидят, что у меня тоже есть сила воли, что я способна на мужественные поступки. Еда – зло, а зло – место в мусоропроводе. Все, Роза совсем сошла с ума. Может, ее съедим? Я уже желудок не чувствую. Нужно немедленно прекращать эту диету. Я знаю, что нужно сделать. Потолстеть гораздо проще, чем похудеть. Точно. А мы тебе покажем пример. Мы же родственники, должны помогать друг другу.